Здравствуйте, мои дорогие друзья! И мы по традиции сначала разыграем вот этого веселого шалуна, который продырявил яблоко. Итак, берем наш винтажный телефон, генерируем. И победитель — Надя Клыкова. Удалась яблочная корзина, пока смотрела, 4 яблока схомячила и не заметила. Спасибо, Яна. Надя, вам спасибо. Витамины нужны, видимо, ваши яблоки притянули. Еще одно яблоко, это не ешьте, пожалуйста, оно червивое, как вы видите. Лучше просто носите. Так, и теперь, как я обещала... забыла. Если вы хотите, как Надежда, выиграть от меня любое винтажное украшение, которое я разыгрываю, вам следует подписаться, оставить комментарий и поставить лайк под видео. Все просто, как просто. И, в принципе, вы уже участвуете в розыгрыше. Маленькое объявление. У меня сейчас в данный момент идет аукцион на ярмарке мастеров. Пока еще не все разобрали. Спешите, спешите, там есть распродажные броши еще из магазина, которые стоили очень дорого, на которых сейчас очень хорошие скидки. И надеюсь, вы что-нибудь там еще себе найдете. Также там и проводится розыгрыш броши Напьер, который... который идет за... Ну, вы почитайте все в правилах. Ссылка на есть на аукцион, на вкладке сообщества. Перейдете, и будет вам счастье. Итак, как я вам обещала, у нас камеи. Камеи у меня разные. Одна камея не успела дойти. Такая прям вся она большая и на вырезанная из раковины. Она сейчас в Шереметьево, потому что бандеролька переезжала, и немножко было ли запоздание. Но да бог с ним, вот такая камея. Вот это, по-моему, да, это ужасная грязь, это надо щеточкой все прочистить. Кстати, вот видите, продавец молодец. Давайте я только это сниму, чтобы мы могли увидеть и тыльную сторону тоже. Замок работает, вам показываю. Вот так она вставлена, как пластиночкой. И вот такая камея. Это пластик. И да, да, я вижу, ее нужно мыть. Вот такая первая камейка. Так, девоньки, едем. Тут есть просто зип-пакеты, поэтому это для меня всегда сложно. Вот такая необычная камея. Это, кстати, подвеска. Посмотрите, какая большая. И посмотрите, как интересно сделан лик. Как бы в сторону повернут. И здесь лицо. Но это, конечно, еще протереть бы. Так, это у нас здесь что? Ага, это пластик, и вот здесь вот этот уголок, видимо, откололся, его приклеивали. Это, конечно, я учту, если кому-то она понравится, но в целом и в остальном камея в замечательном состоянии, тоже пластик. Такие 60-е, 50-е годы. Так же, как и вот это. Прям тогда был расцвет этих пластиковых камей. Целлулоидные, бакелитовые. Видите, вот она прям так, как прям как-то сбоку взирает. Интересное, кстати, решение. Так, а вот это стеклянная камея. Стучалка моя. Ну,
Поверьте, это вот это вот черное стекло, но на нем, простите, пластиковый вот этот вырез. А само стекло черное, очень старое. Видите, патина, потертости есть. О, заразилась я от других блогеров с потертостями. Есть сходы. Интересный вот такой замок. Работает. И я так понимаю, тут должны были еще быть какие-то подвески. Но раз их нет, то можно просто удалить эти колечки способом «откуси и забудь». И будет вполне вот такая замечательная камея. Я вам обещала видео с золочением. Не волнуйтесь, сделаю обязательно. Вот сейчас катастрофически нет времени. Но одно из золочений это, конечно же, поталь. Ну, два других не скажу. Но сразу говорю, все будут не пищевые, так сказать, способы. Пока вы рассматриваете ее, вот видите, прямо их откусить и забыть. Ну или что-нибудь повесить, какую-нибудь цепочку можно тоже. В принципе, пока вы рассматриваете, я хочу вас поблагодарить за все эти видео с рецептами, которые вы скинули. Многое попробовала. Помидоры навялили и уже банку съели, эту, которую свялили. В основном солировала я. Уж очень я больно это все люблю. Огромное вам всем спасибо, мои хорошие. Это просто бесценно было для меня. Так, насладились такой вот старинной штучкой. Еще одна. Это и брошь, и подвеска. Сейчас покажу. Здесь крючок. Просто когда его закрываешь, одежда держит. Ну, соответственно, здесь появляется наполнение. Ну, конечно, на тоненькую блузочку не советовала бы. На тоненькую блузочку тогда лучше вот ее сделать как подвеску. А вот свитер или еще вполне замечательно. Это закос под Wedgwood. Такой голубой пластик. И вот такая вот камея. Тоже видно местами исход покрытия и на ход времени. Но как есть, так и показываю. Вот такая вот красавица. Есть все-таки что-то в камеях такое, что привлекает. Многие их терпеть не могут. Вот честно, я поначалу в своей, так сказать, молодости, от 18 где-то до 25, я их вообще как-то не понимала. Мне казалось, это какие-то старушечьи украшения. Прошу прощения, это не оскорбление, ничего. А потом, чисто случайно, я купила кольцо с камеей. Не настоящее, естественно, там только был весь настоящий перламутр. И я просто влюбилась в это кольцо, таскала его где только могла и не могла. Ну и вот как-то с тех пор я поменяла отношение к камеям. Я ищу свою, потому что у каждого должна быть своя камея, именно которая понравилась. Опять-таки, продавец молодец. Еще один закос под Wedgwood. Здесь набор серьги на винтах и брошь. Это у нас все пластик. Давайте я сниму, чтобы вам было и мне удобно. Сейчас закручиваю, да? Или откручиваю, никто не знает. Так, закрутила, молодец. Все сделала, да немножко не так. Тут как я из этой только штучки буду ее доставать. А, достала, достала. Ну, почти достала. Так. Не, продавец, конечно, вообще умничка, но вот этот блин достать тяжеловато. Сейчас я за камерой это сделаю, потому что еще в камеру смотришь, вообще что-то как-то не идет. Просто вот эта махрушечка, она напуталась, и получилась какая-то. Сейчас, девчонки. Все, так сказать, а-ля натурель. Снимаем. Так, первое есть. Вот такая камея. Ой, да, камея.
Серьги на винте. Винт работает, все замечательно. Тыльная сторона. Сейчас я добуду все остальное и вам покажу. Я уже, в принципе, приловчилась. Дырочка просто не очень большая, видите? Посему так получилось. А еще вот махрушка вот эта на резьбу находит. И так немножко серьги тяжеловато вытащить. Давай, давай, милая. И как на грех, как всегда, ножницы где-нибудь в другом месте. Да что ж ты такая упрямая-то, а? Давайте мы начнем другую смотреть, а я пока попрошу мужа, чтобы он отрезал и принес. Саша, отрежь, здесь вот дырочку разрежь и вытащи просто. Брошку, я думаю, ты сам догадаешься, как снять. На кухне ножницы. Угу. Вот такая сережка, сейчас к ней присоединятся все остальные, а я вам пока покажу вот такую камею. Это пластик, это тоже. Камея тоже из 50-х. Здесь, видите, только крючок-замок. Держит прекрасно. А продавец писал, что это бакелит. Девчонки, вот не буду не врать, не буду привирать, не буду лукавить. Я не знаю, правда это или нет. Пасты с семихром у меня нет, а соды я не пробовала. Поэтому... Но мне очень здесь нравится образ. Во-первых, девушка такая кокетливая, улыбающаяся, или даже как-то немножко сверху вниз смотрит. Но вы посмотрите, как сделана прическа. Даже вот серьги заметно, видите? И ожерелье. Очень интересное такое решение. И мало того, ладно, серьги, ожерелье, вы посмотрите на глаз, обратите внимание, не буду вам загораживать, у нее... Даже ресницы прорезаны. Очень интересная, тонкая работа. Даже если это отливка, то... Ну, это, конечно, отливка. Ты принес, мой хороший? Спасибо. Положи сюда. Положи, просто положи. Угу, спасибо. А, то все равно это было... Форма-то первоначально сделана, откуда отливалась. Интересная. Красивая и необычная. Хоть все-таки каждый лик камеи, вот теперь я вам могу показать. Вот это серьги. Вторая вот. Посмотрите. И брошь. Вот такой набор у нас. Здесь образ совершенно другой. Но это нам совершенно не мешает. Сейчас тут расстегнулся замочек. И чтобы он никого не уколол. Вот бывает, видео снимаешь, как по маслу идет. Бывает, то замочек какой-нибудь расстегнется, то еще что-нибудь. Все, 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 застегнула, ага, называется. Да что ж сегодня-то такое, а? Яна Игоревна, у вас сегодня это руки-то из того места. Да, наконец-то из того, девчонки. Сладила все, и вот теперь брошь. Угу. А теперь задела стойку. Ну, у Ванюшки всю жизнь камушки. Вот такая красавица. Вот, кстати, на голубых, вот не знаю, мне почему-то очень нравится. Есть что-то такое необычное, и я давно говорила, что на возраст обращать это вообще последнее дело.
здесь такой благородный голубой, что он подойдет, как говорится, от 0 до 100. Поэтому красивый очень набор. И редко они все-таки наборами бывают. Давайте, чтобы контрастировало. Вот. И желтый тебе. И голубой. И такое. Сейчас вот это перевернется. А, нет. Не перевернулось, девчонки. Так, вот теперь вот такие две маленькие камеи. Одна сделана вот по принципу вот этой. Да, только цвет, наверное, другой. О, сейчас будет бой с зип-пакетами. Ну, посмотрите. Тоже утверждалось, что это бакелит. Да, образ один в один. Система такая же. Крючок. Достаточно очень плотная игла. Прям очень плотная. Я прям с трудом завожу ее обратно. Приятная камея. Очень такая. Благородная. Да вообще все камеи благородные. И вот камеи на раковине. Это не та, которая сейчас в Шереметьево. А вот другая. И здесь есть нюансы. Этот нюанс называется отсутствие барашка. Все бы ничего, я бы его сменила, но он верховой. Поэтому у меня такого нету. Но это ничего, я отнесу к своему ювелиру. Вот такая камея. Это из 20-х. Вот такой образ модерн, можно даже сказать. Арт-деко, простите. Это камея на раковине. Она неровная, она обжатая, вы видите, со всех сторон. И, конечно, есть сход золотого покрытия. Это я попрошу ювелира, чтобы он сам нанес позолоченное покрытие. Сначала там никелирование, потом какая-то еще фигня. Именно позолоченная она будет. Просто этот замочек срезать и напаять аккуратненько другой. И будет так. Если кому-то понравится, я говорю, я ее до ума доведу, и тогда будет все замечательно. Еще раз показываю. Вот это образ. На раковине вырезанный. Раковина, слышите? Даже просвечивается. Вот он, этот неповторимый. Вот, видите, насколько образ просвечивается. И вот такая прекрасная, очень старенькая. Ей уже 200 лет. 200 лет, 100 лет в обед. Если это 20-е годы. Поэтому давайте мы ее с уважением положим вот сюда. Я ее доведу до ума, и будет все у нас на ура. Я прям стихами сегодня шпарю, не знаю почему, но, видимо, муза где-то летает неподалеку и кусает меня за ухо. Так, еще один набор. Да что ж такое-то? Сначала покажу. Посмотрите, а здесь совершенно другой образ. С такой очень набитой прической, я бы сказала, и украшенные вот такими кристаллами. Так, я надеюсь, здесь полегче будет. Как-то здесь дырочки просто поширше вроде сделаны. Пошире, я хотела сказать. А то меня потом поправлять будут. Ну, я же тебя вытащил. Вытащи ты по-человечески, да и все. Пока не попросишь. Смотрите, штампованная филигранная сторона. Вот такая серьга на винте. Опять-таки, не буду утверждать и соглашаться с описанием продавца, что это бакелит. Не знаю, поэтому не буду говорить, что это так. Вторая. Сейчас я вам девочек покажу. Вот. Девочки с закосом под 19 век, но это пластик. Но не новые камеи. И брошь сейчас обязательно.
Как же без броши-то? Так. Показываю тыльную сторону, тоже прям, а она вот так вот, замок. Девчонки, идите сюда. Сейчас красоваться будем перед моими девчонками. И вот такой замечательный комплект. Необычный, кстати. Редко я такой образ вижу. Красиво. Кстати, вот маленькие, давайте вот так вот покажу. А посмотрите, сколько деталей, сколько кудрей и прочее. Я вам когда-то в каком-то видео говорила, что степень старинности камей надо смотреть на по шее и по прическе. Чем, простите, толще шея изображена, но это так и есть, тем они стариннее. И чем прическа, так сказать, проще, тем тоже она считается стариннее. Может быть, более старый. Более, наверное, старый, как... Более винтажный, так скажем. А здесь я не знаю, специально ли это было сделано или нет, но, как мы видим, шейка достаточно у девушек плотненькая, и прическа, ну, я бы не сказала, что такой прям сложностью великой отличается. Но, однако, что есть, то есть. Так, как бы нам так расположить, чтобы все было видно. Располагать я красиво не умею, не мое это. Так как у нее центральный замок, я вот так сделаю. Так, и вот так вот поверну, чтобы видно было. Угу. Едем дальше. Так, в этом лоте еще было несколько вещей, которые не только как камеи идут. И там еще камеи есть, не волнуйтесь. Была вот такая брошь. Видимо, геральдика и камеи, наверное, камейного типа что-то. Вот. Так, это мы убираем. Тыльную сторону у броши смотрим. Замечательно, позолота. Очень тугой замок. И вот такая геральдическая брошь. Тоже 50-е как минимум. И это опал, ну, опаловое стекло, но не вспыхивающее, вот знаете, таким всполохами, а вот он именно мерцает вот внутри, видите, да? Вот эти вот жемчужинки, которые все время доставляют мне нервы, это на месте все, и жемчужное покрытие тоже. И вот такая чудесная геральдическая брошь была в этом лоте. Может быть, даже чей-то герб. Я не знаю, но возможно. Так, вернемся к нашим камеям. Так, а вот здесь клипсы, здесь легче. Тут не надо мужа просить ничего отрезать, как мне в комментариях одна девушка написала, может, не девушка, которая теперь спокойно сидит в бане. Не надо хвастаться, что есть муж. Девочки, если он показал, что я хвастаюсь, что у меня есть муж, поверьте, нет. Я вообще вот не ко мне с этим вопросом. А, так, покажу вам тыльную сторону сначала. Здесь клипсы, слышите? Достаточно вот такая длинная лопатка. Образ такой же, как на голубых клипсах. На голубых серьгах, на винтах. Так, здесь тоже клипса. Показываю. Все работает. И вот такая дама еще к ним прилагается. Тоже утверждала, что бакелит, но я скажу так, пластик.
Я просто не сильно вот эту вот всю дурь с бакелитом поддерживаю. Но не дурь, в принципе, то, что «А, это бакелит! Давайте просто вот сойдем с ума». Ну, даже если это бакелит, ну, как-то спокойно я к этому. Ну, разновидность пластика, ну, и что теперь? Композиция у нас теперь тоже есть. Так, иди к хотел сказать, к сородичам. Едем дальше. Едем дальше, дальше, дальше. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, это я вам пока не покажу. Это я вам не покажу. Покажу, что еще было в этом лоте. Были три вот такие подвески. Коробочку я беру. Ничего интересного вообще нет. Так, они на цепочках. Конечно, цепочки дело спорное. Не маркированные, нет. Вот такая подвеска. Деколь. То есть это, так сказать, переводилка по фарфору. И это у нас фарфор. Вот такой миленький цветок. Желтый. Люблю желтые цветы, страсть как. Вот такая тыльная сторона. Может быть, она и была когда-то брошкой, но подвеской она точно. Здесь прям видно, что все родное. Тоже видите, как... Такая обжимка вот таким металлом, таким заборчиком. Но на самом деле, конечно, она приклеенная. Но вот такая вот штучка есть. Конечно, цепочка сюда совершенно не подходит. Но ничего. Цепочка не припаяна. Убрать сюда можно. И... Вот такая красота. Вот это мне уже больше нравится. Красивые розы. Тоже видите, фарфор. Здесь точно она была только тяжеленькая, кстати. Приятная всегда к месту. Такая расцветка. Я думаю, что это розы и... На дальнем фоне, наверное, фиалки, какие-то еще голубые цветочки. Тоже вот. А здесь, смотрите, даже цепочка какая еще прям вот с таким замочком. Вот такая есть у нас подвеска. Ну, все, что в лоте было, показываю, поэтому зачем я что-то буду разбивать на какие-то разные лоты. И абсолютно точно такая же подвеска. Тут цепочка просто узелком, я сейчас не буду. И вот здесь посмотрите, какой красивый замок. А, вот так прижимается, и колечко входит. И теперь мне неудобно его заткнуть назад. И все, когда не в камеру, нормально. Вот все. Этот узелочек я аккуратненько развяжу. И, кстати, раз а их две одинаковых, девчонки, вот это будет призом этого видео. Для этого, как я уже говорила, нужно подписаться. Говорю, такая увесистая достаточно подвеска. Нужно будет подписаться, поставить лайк, оставить комментарий. Если подписаны, то только оставить комментарий и оставить лайк. Вот это будет вашим призом. Давайте сюда, они одинаковые. Дальше. Так, а вот теперь вот самое интересное, то, что приберегла. Сейчас посмотрю это и это. Что вам показать сначала? Давайте, наверное, с чокера начнем.
Чокер у нас именной. Я распутывала просто. И чуть не сшибло все. Вы посмотрите на эту крохотулю. Не, даже не. В общем, постучала по зубу. А красное – это стекло, а вот это вот приклеено как раз образ пластиковый. Посмотрите, в каком замечательном состоянии чокер. Это Парк Лайн. С той стороны тоже все замечательно. Идем, идем, идем. Вот здесь. Да что же у меня с голосом-то? Не, у меня реально сегодня какие-то... Тут хорошо написано, просто покажи. И большая цепь, вот такая вот, достаточно удлинитель. Здесь еще даже сохранилась нитка. Видимо, продавалось, не продалось. Написано чокер. И написано, сколько продавали. За 15 долларов. За 15 долларов нет. Ну... Продавец-то побольше, чем 15 долларов-то попросил. Нормально. Так, и, соответственно, так как это чокер, можно в любую вставить. И вот так на шейке у вас будет вот такая маленькая приятная камея. Видите, сеточка нигде не заломлена. Вся, все покрытие замечательное, золотое. Ну, под цвет золота, конечно. Показываю с тыльной стороны. Там уже просто много набралось. Поэтому вся она мягкая. Ну, не такая прям. Конечно, есть, вот видите, петля жесткости. Я имею в виду, шею не царапать не будет, потому что здесь все обработано. Все замечательно. Давайте я ее лучше расстегну, а то она сейчас тут нам такого наделает. И показала ее головой вниз. Ну, вот так вот хотя бы. Давай. Во, уложила. И сейчас вам покажу целый набор. И что редко, он с серьгами. Не серьги на винтах, а именно серьги. Так. Давайте начнем с подвески. Здесь броши нет, здесь подвеска именно. И она очень интересная. Пластик. И посмотрите, какой галстучек сделан из вот таких цепей. А цепи жесткие, прям смотрите, очень жесткие. Вот здесь вот вставлена она. Конечно, цепочку можно сменить, но... Посмотрите, какая замечательная цепь и какой замечательный замок. То есть мы ее вот так вот делаем, вытаскиваем и дальше опять до щелчка. Не маркирован этот набор, но от этого он совершенно не хуже. Мне нравится задник. Вот, кстати, вот этот вот я бы еще бы могла поверить, что это бакелит. Какой-то такой оранжевый. И звук у него даже чуть-чуть другой. Оранжевого цвета. Вырезано все, локоны. Красиво, очень. Очень красиво. Так. Куда тебе положить? Так. Такая вот с галстучком. Дальше. Вот такие сережки. Что это сережки, я вам сейчас докажу. В замечательном состоянии. Такие гвоздики. Образ здесь уже, конечно, поменьше, потому что, ну и сама тоже.
Так, фокус. Ты где вообще? Тоже все тут у нас замечательно. Это у нас серьги. Такой овальной формы. И, девчонки, вообще прелесть. Браслет. Так, ну замочек, я еще раз говорю, не маркированный, но работает все. Видите? Все, закрылось. И пошли маленькие такие образы. Браслет. Это Мефодий расписался на мне. Тут, по-моему, что-то американцы уже подклеивали. Да, клей тянется. Это я все уберу. Ну, браслетик такой, сантиметров на 19. Вот я вам покажу. Тыльная сторона вообще в замечательном состоянии. Вообще весь набор в шикарном состоянии. И вот такая у нас красота. Сейчас куда-нибудь красоту буду думать, куда лепить. Вот такой у нас камейный лот. Сейчас проверим, ничего не забыла. Нет, ничего не забыла. Сказала, что вы получите на подарок. Пишите, какая камея вам пришлась по душе. Если прям сильно что-то пришлось по душе, пишите в Viber или WhatsApp. Желательно WhatsApp, если захотели себе что-то из этой распаковки. Поэтому не забывайте про аукцион. Пишите, я всегда на связи, ну почти всегда, когда сплю, редко. Камеи на раковине восстановлю, к ювелиру свожу, это не так, там такая сложная работа. И вот такая у нас получилась сегодня камейная распаковка. Есть прям старинные, есть всякие-всякие, подвески и браслеты. Ну прям я даже довольна-довольна-придовольна. Надеюсь, вы тоже довольны-довольны-придовольны. Поэтому спасибо вам огромное за просмотр, за то, что были со мной в этом видео. И я вам, как всегда, желаю счастья, здоровья и финансового успеха, чтобы хотя бы одну неделю вы прожили так, как хотите именно вы. А с вами была ваша Яна на диване. Всего вам самого-самого доброго.